К новому телевизионному сезону до октября месяца работникам НВК предстоит подготовить к новому эфирному сезону новый телевизионный павильон и новые декорации. О том, как и какими орудиями будут удивлять работники НВК, расскажет Розалия Борисова. Новый сезон порадует телезрителей совершенно новой картинкой. Привычные декорации сменят технически оснащенные, отвечающие последнему слову техники. Из привычных студий ведущие переместятся на большой просторный павильон площадью около 300 квадратных метров. Совсем недавно построенный теледом начнет работать в полную силу. У нас закончилось строительство павильона, потом у нас техническое оснащение павильона было, осветительное оборудование, камеры, там видеотракт весь из звуковой, а теперь вот у нас появились декорации, которые позволят этот павильон. У нас такого павильона не было, на самом деле, в республике. Это самый большой павильон, потому что у нас всегда был 90 квадратных метров павильон, а это 300, почти 300 квадратных метров. И этот павильон, он соответствует требованиям телевизионным именно по освещенности, по каким-то строительным нормам. И в том числе вот эти декорации, которые позволят нам экономить маленькой силы, потому что они такие трансформирующиеся. Такого павильона нет нигде в республике. Как признаются оформители, это был самый большой заказ и по площади, и по количеству реквизитов. Декорации позволяют работать в нескольких местах одновременно и менять интерьер студии каждый эфир. Очень много, значит, потому что как минимум забивалось в исходнике 8, по-моему, передач, 8 передач. Соответственно, исходя из этих 8 передач, делались и все элементы. Соответственно, элементы делались, которые имеют, скажем, там две рабочих плоскости. Все элементы модульные, то есть можно собирать, скажем, большие плоскости, малые плоскости, перемещать, вставлять картинки там в любые вот эти стенки, которые задние, можно вставлять любые. То есть для фантазии очень большое количество вариантов. Команда работников из Санкт-Петербурга с весны этого года вместе с художниками придумывали декорации, световое оформление, вариации его изменений. Итог долгой работы телезритель увидит уже через месяц. Но мы сейчас уже уверены, что с сентября месяца мы начнем новый сезон в новом павильоне. Это для нас очень радостное событие. Мы этот день очень долго ждали. Ну а с 1 сентября приступят к работе в этой студии основные наши эфиры. Это передачи, которые выходят в прямом эфире. Это утренний, дневной, вечерний и социально-политические передачи. А пока есть еще месяц для подготовки. Ведущие, операторы, звукорежиссеры и технический персонал вместе будут осваивать новые площади. И с 1 сентября телезрители встретятся с любимыми ведущими в совершенно новом формате. Розалия Борисова, Сергей Васильев, НВК Саха, Якутск.